О, силы небесные, почему же здесь бабы такие тупые, слушай. К ним подходишь познакомиться. С комплиментами реальными, да? Привет. С Новым годом там, с Рождеством. Говоришь комплименты. Говорю продавщице из Магнита только что. Говорит, вы такая милая. Ваши глаза излучают такое тепло. Вы так прекрасно выглядите, особенно сзади. Вам бы только сейчас крылышков, и вы были бы настоящий ангелочек. И ты представляешь, вот это существо даже не посмотрело в мою сторону. Оно только так, что-то так, тюбик что-то выдавил такое, знаешь, жалкое. Спасибо. Такое вот, как будто ей это вот... как будто ей это администрация приказала через себя. Как будто вот она сказала спасибо и тут же обосралась, понимаешь? Это выглядело именно так. Она даже не посмотрела в мою сторону. Нифига. У ней даже улыбки на лице. Ну, не то что улыбки. У ней даже какое-то подобие улыбки на лице не выскочило. Понимаешь? Я не знаю, но если бы меня кто-нибудь ангелом бы назвал бы, то, наверное, я бы расцвел бы, блядь, честное слово. Как майская роза. Завядшая, но только с мороза. А ты представляешь, насколько бабы избалованы этим вот мужским вниманием, всяким вот этим вот комплиментами, что она даже не улыбнулась в ответ. А это спасибо выглядело, еще раз говорю, как будто вот ее заставили обосраться, понимаешь? Спасибо вам, женщины, за такое чудесное внимание к мужским комплиментам. С Новым вас, бля, годом! Желаю вам, чтобы вас, на вас не упало таки вот это вот дерево. Когда вы будете загадывать свои прекрасные желания. Никогда не верьте продавщицам в магазине. Это роботы. Они улыбаются всем. Ихняя улыбка не искренняя. Они как куклы, понимаешь? У них вот... Магнит, Пятерочка, да, там, Магнит, косметик. Ну, что там еще там, Монетка там всякие. Они, продавщицы, они улыбаются вам. Они обманывают вас. Это все неправда, понимаешь? Они фальшивые. Они улыбаются вам только потому, что им по инструкции так положено. На самом деле их... Им на вас просто насрать. Вы для них не человек. Просто-напросто. Вы для них, как это сказать, ну, не знаю, ну, мешок с деньгами, что ли. Ничтожество, в общем. Пришел, купил и отвалил. Вот так вот.